Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Ну что, технические работы у нас закончились буквально пару минут назад, и мы продолжаем играть. Так, забираем с тобой все наградушки. Так, ускорение сделать, совершить одну сделку. Это у нас новенькое что-то добавляется, да? И собрать три мода. Собрать три мода уже? Раньше было два, ё-моё. Повышают ставки нам, оказывается, такие. Хорошо. Давай собирать три мода. Обычные, конечно же. Так, выпадает нам берсерк. Атака повышается, но остальное, как ты понимаешь, понижается. Блин, только накопил себе немножко денег, и опять все это придется растранжирить. Что нам выпадет здесь? Слабость. До конца боя на 20% получают они здоровье. Блин, ну мне только лишь... деньги тратить. Это больше всего у нас есть. С хавчиком проблемы. Набор... А почему ты сразу мне не выпал, а? Набор. Ты бы решил бы сразу все мои проблемы. Так, и 15 очков доверий. Забираем, забираем с тобой награды здесь. Так, набор карточек открыли, да? Так, совершить одну сделку. Пойдем посмотрим, что у нас там. Спрос и предложение. Что у нас по ДНК? Не знаю, ребят. Очки доверия. Солнечные часы, 7 карт. 10%, ну, в принципе, неплохо было бы. Но 3000 очков доверия — это перебор. Вот это вот, да, можно обменять. 5000 еды. Ой, какой 5000? 5 миллионов еды, нифига себе, у меня нет столько. За аргентинозавра 144 доллара. Вы что-то, ребята, тут вообще шалите не по-детски. Куда у вас такие ценные? Шипы? Шипы можно, ребят, поменять на хавчик. Ну и похоже все. А вот это что у нас? Доступно до 3 особых сделок в день. Но это нужно вступить. Ты понял, да, куда вступить нужно? Так, что у нас тут опять? Опять код 19. Давай, о, найди, разберись там. 150 забрали. Ну что, пора посмотреть, что у нас, ребята, за события. Чудовище глубин и денежная борьба. Ярость мод 2. О, что это такое ярость мод 2? Ну что, начнем с чудовища глубин. Платозавр, мегалодон и стиксозавр. Ага, вот вы, значит, что придумали здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если я возьму, например, вот так. Потом вот так. И еще. Блин, и еще что? Неужели рамлезавра брать? Особо-то выбор невелик здесь получается. Ладно, будем надеяться, что Архилон здесь один справится у нас. На всякий случай возьмем еще. Вот так, наверное, лучше сделать. Наверное, глупо. Но все-таки надо попробовать. Ну, ты понимаешь, да? К чему я все это делаю? Все делаем ради бонусов. Но Платозавр. Понятное дело. Нисколечко, ребят, не сомневался. Так, ну что, две атаки прописываем. Раз, два и бонус. Гуляй, Вася. Так, мегалодоша выходит. Ну, что будешь делать? Вот так вот. Аккуратничаешь, да? Правильно, что аккуратничаешь. Раз, два. Раз, два. Иди к бабушке в деревню, парень. И выходит следующий подхалим. Это стиксозавр. У него вообще 91 к атаке идет. Сливай все, парень. Нет, не хочешь. А зря, мне кажется, зря ты так. Зря ты так с нами, парень. Придется тебя проучить. Получается, что и Архилон-то здесь не понадобился, друзья. Ну кто же знал, что вот так у нас великолепно выйдет все. Нам-то главное победить.
Главное победить. Ну что, переходим на следующую баталию. Сейчас посмотрим, кто у нас там будет. Давай мне эти ДНК. Они мне пригодятся. Далих Рипсонс. Кто? Плеозавр и Ксифактин. Ну, здесь, ребят, хорошо идет. Тут Зуходус сразу берем. Подожди-ка. Зуходуса, да? А против этого возьмем Плезиозавра. Ну, возьмем еще Банана Гномиуса. Это так уже. На всякий случай. Хотя можно было бы и без него, наверное, справиться. Далихарип на хопс, ё-моё. Так выговаривать сейчас запаришься. На. Но если он даже возьмет Ксифактина, я думаю, что он сделает огромную ошибку. Не стал ничего брать. Смотри-ка. Что-то я сомневаюсь, что он взял две защиты. Хе-хе-хе. Прокололся парень. Плезавр. 130 к атаке. 3 очка действия. Как распределишь? Не жмись, правильно. Молодец, красавчик. Одно оставил себе про запас. А я не буду... Ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем ты, Рэй, такое сделал? Вот это да, вот это ты ступил сейчас. Блин, как же я буду Ксифактин? Ай-яй-яй-яй-яй. Но не, не должен пробить, ребят. Пипец. Не должен, блин, пробил. Раз, два, три. Твою налево, ты что, серьезно, что ли? Ну, жучара, а. Угу. Ну что, Банана Гномиус, давай смотреть, сколько у тебя атаки. И сможем ли мы пробить? Да, сможем. Все, нам повезло. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Отлично. Я бы хотел бы посмотреть на Банана Гномиуса на последней прокачке, как бы он мутировал. Потому что, судя по Ксифактину, он такой страшный стал. По сравнению со своей первой, да, формой. Ну что, мы победили. Значит, переходим с тобой плавненько на последний, третий поединок. Ну давай, давай, давай. Так, Ризот. Против Ризота, конечно, Плезиозавр. Давай возьмем. Хайнозавр, против него возьмем Рамлезавра. А против Простостеги мы возьмем гигантского Артакона. Как-то вот так вот. И я думаю, что это будет топчик. Блин, у Ризода нифига там здоровье-то, посмотри. Хм. 1166. Ну что он будет делать? Меняться, наверное, будет, как всегда. Че еще? Нет? Ризодик, ты что-то меня пугаешь, парень, в последнее время. Ты вот так вот рискнул сделать? Он выживет. А со своими 18 хп? Ну что, поменяешься, да, сейчас? А, в последнюю секунду он псик-псик, как говорится. Ну и что ты хочешь сказать? Протостега, ты хочешь сказать, что ты будешь выпендриваться против моего гигантского Артакона? Ну давай проверим. Отлично. Ох, сейчас будет меняться. На кого? Понятно. И все равно ты мне ничего не сделаешь. Ну да, нанесешь урон зверский, но не уничтожишь. Рамлезавр на выход. Уничтожь этого хлыща, пожалуйста. Замечательно. Ну вот и Протостега выходит опять же. 214 к атаке, имеет 4 действия. Не-не-не, не получится, даже не думай об этом. Фак, получилось. Но он все слил, да? Он все слил, поэтому мы его... Тыч! Уничтожили. Ну что, Ризот, выходи. Пообщаемся. О, да, ребята. Если он сейчас все будет сливать... Пока, гигантский Артакон. Ну и да здравствует наш
Кто? Плезиозавр. Победа, ребят. Это даже не обсуждается. Ну а теперь забираем с тобой награду. Нашу, честно заслуженную. Я так понимаю, это рулетка у нас будет, да? По-моему, рулетка. Так, точно, рулеточка. Крутим. И выпадет нам гигантозавр. Какой-то вшивенький гигантозавр. Ну что, переходим на следующее событие и смотрим, что у нас тут. Без ограничений, ярость мод 2. Это что такое у нас именно? Так. Ну давай, давай попробуем. Так, здесь я возьму, наверное, блин, мод 2. Дилофозавру. Против тебя, конечно, нужно взять. Блин, ну мне бы. Ну ладно, возьмем нондагозавра. Против трицератопса возьму, наверное, Таниколагриуса. А вот против этого мы возьмем Эдиум. Блин, Эдиуморфодона или все-таки Тапиелозавра взять. Ну давай вот так вот. Просто, ребята, посмотрим. Просто посмотрим, как у нас пойдут дела. Так, 632 к атаке. Сразу бомбим. И смотрим. Естественно, он будет меняться. Вот только на кого? Ага, ну Дагозавра взял. Так, меняемся. Мало того, что меняемся, еще берем с тобой бонус. Ну и что ты делать будешь? Меняется, конечно же. Опа. Опачки. Парниша. Сколько же ты там оставил себе? Ну, давай, наверное. Давай, наверное, вмажем по полной. Так, ему, в принципе, хана, да? Нет, не хана. Вот нам, скорее всего, сейчас будет крышка, если он поменяется. Твою налево, а. Вырубит. Вырубил. Он все, по-моему, да? Потратил. Я что-то как-то не обратил внимания. Все ли, не все он там слил. Ну-ка, если вот так сделаю. Тут ему крышка ведь, так? Ну, этот хлыщ нам ничего не делает. Трицератопс. Хоть он 40 уровня, но он меняет. Он меняет, ребята. И вот это беда. Хотя, ты знаешь, победа будет здесь за нами. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы с тобой этого сейчас ушатаем. У нас потом идет классовое с тобой превосходство перед вот этим трицератопсом. Что он там со своими 35 атаками нам сделает? Да ничего. Обкекается бомбить. Все, распрощаемся с ним. Но это только первый поединок, твою ж налево. Это лишь только первый поединок, а дальше-то, дальше жестче. Сейчас посмотрим, что нам, какого противника поставят. Ну давай, 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 тут еще, блин, три поединка, прикинь, сделать нужно. Пахицефалозавр, Дарвинар... Дарвиноптер и сфинкодон. Ну, дарвиноптер, блин. Как-то тут не в тему. Против него, наверное, возьмем анкилодока, а против пахицефалозавра мы возьмем с тобой. Ну, он, в принципе, слабый. Тут можно взять ангозавра. Здесь, против дарвиноптера, можно взять уэрхозавра. А против сфинкодона тут нужен, ребята, уже рептилоид. Рептилоид у нас с тобой только диплотатор в данный момент, которого я могу взять. Но что-то мне подсказывает, что диплотатор нам пригодится и дальше. А этот, наверное, слишком слабенький. А этот слишком слабенький. Сколько ты стоишь на откате? Блин, 118. Надо дуреть, 118 стоит.
Или же взять нам просто с тобой еще одного мощного хищника. Блин, он лонгозавр. Твою налево. Вот. Что хочешь, то и делай. Ладно, я возьму идем морфодона, ребят. У нас их двое. Одного я возьму. Так, ну что, этого вырубаем сразу. Пахицефалозавр погибает сразу же. Отлично, ребят. Так, смотрим дальше. Так, дарвиноптер. В любом случае ему придется потратить две атаки, чтобы уничтожить моего алангозавра. Если, конечно, он не поменяется. Окей. Как раз орхозавр сейчас, я не знаю, пробить не пробьет, но прилично нанесет атаки. Слушай, даже возможно, возможно пробьем. Нет, не хватает. У нас 1386. Ладно, фиг с ним. Давай. Чуть-чуть мы ему оставили здоровье. Он сейчас будет меняться на, естественно, сфинокодона. Две атаки пропишет. Он ничего не стал делать. Меняемся, ребят. Ну, как вы поняли, да, во время битвы вылетела игра. И вот здесь придется нам, наверное, сделать следующим образом. Взять защиту и бонус. По-моему, мне полный крах пришел. Уничтожает он меня здесь, ребята. И все. И тут мы встряли. Причем, блин, по полной программе. Я его не смогу уничтожить здесь, ребята. Фейл. Твою налево, прикинь. Так нелепо проиграть. Пожанчил я на лонгозаврита. Сколько раз вот себе повторять уже могу. Не жадничай ты, не жадничай. Скупой платит дважды. И все равно одно и то же делаю. Таких замечательных этих профукал просто. Ладно, поехали дальше. Сейчас уже, естественно, ребят, будем по-другому все это делать. Выходит Таникал Нагриус. Выходит Анкилодок. Не-не-не-не-не-не. Апатозавр. Да, надо будет его испытать. И возьмем. Что, депутатор? Ну тут мы их порвем, ребят. Вот, вот такой командой мы их сейчас разнесем в пух и прах, поверь. Просто чуф-чуф, и все. Смотри, если не веришь. Минус. Давай сюда, дарвиноптер. Твои две атаки здесь уже тебе не помогут. Даже не мечтай об этом. Нет, не должен он вырубить. Вырубил, тем не менее, ребят. Что нам тут предстоит сделать? Ну что, две атаки сделать? Ну, он же будет меняться на сфинокодона на этого, да? Ух ты, 836 к атаке. Ну что, вмажем ему или как? Или сделаем вот таким вот образом? Ха-ха-ха. И чего? Меняться будет. Мы-то выдержим с тобой одну атаку этого дарвиноптера. Меняемся, ребята. Все на слив, наверное, да, ставить? Да, все на слив, пойдем. Ушатываем его. Сфинокодон, конечно, ушатывает нас. Ему нужно будет потратить две атаки. Три у него останется. Да, три очка действия. А что, даже так можно? Ух. Так, ну давай, допустим. Раз, два. Три. Вот так, проверим, ребят. Ну давай. Ну что, предлагаю влупить по полной программе. Крышка ему. Сложно, конечно. Особенно дальше-то. Дальше будут суперские динозавры. У нас с тобой ни денег нет, ничего. Динозавров практически тоже не осталось. Вот как ты прикажешь тут играть? Микропозавр. Ну ладно, с этим разберемся.
Ага, у него тоже апатозавр есть. Но здесь возьмем Эдиоморфодона. Здесь, например, против Таниколагрю 17 уровня. Но можно взять... Че, брать этого, что ли? Вот так вот и сделаем. И апатозавр против него. Ну, в принципе, Раджастег зашел бы неплохо, да? Ну да, Раджастегу и придется брать. Погнали. У них тут, конечно, хп дофига. Этого, ах, твою ж налево. Ребята, микропозавры, прикинь, мы с тобой не сможем уничтожить с первой попытки, к сожалению. Сейчас будет нервы мне компенсировать. Естественно, будет обмениваться. На кого? На апатозавры, скорее всего. Я же говорил. Меняемся сразу же на Раджастегу. Плюс берем с тобой бонус. Он сейчас опять же поменяется на микропозавра. И вот тут... Блин. Да ладно. Таниколагрюса взял, прикинь. Ух, ты нас не пробил, парень. А это значит, что тебе крышка. Ведь крышка же, ребят. Так точно, крышка. Гуляй, Васенька. Так, апатозавр появляется. Ну и что ты будешь делать? Да ничего он не будет делать. Вот об этом я тебе и говорил. Блин, если взять... Давай, короче. Атаковать его, что ли? Со всей дури. Поехали. Ну, неплохо. 1500 все-таки урона нанесем. Он, конечно, завалит моего Раджастегу. Тут уж ничего не поделаешь. Эхе-хе-хе-хе. Рискнем? Да, минус. Ну давай, микропозавр. Естественно, целая куча у него там этих очков действий. 8, ребята, 8. Ну и что? 191 к атаке. Ну и пока. Птенчик-то наш, микропозаврик. Да выпендривался. Адьюс, амиго. Вот так вот делаются дела. Так, и у нас с тобой последний остался поединок. Уж не знаю, как нам его пройти. И кем, самое главное, проходить. Проходить-то неким. А там, наверное, сейчас супер элитку всуну, да? Тиранозавр. Тиранозавр и Тупуксуара. Ну ладно, с этими как-то я не знаю, ребят. Против первого тиранозавра мы можем использовать с тобой диплотатора, вот этого. Против второго тиранозавра мы возьмем, предположим, птеродактиля и анкилодока. Ну вот только так, ребята, в данный момент я могу поставить команду нашу. Тупуксуара, скорее всего, завалит нам нашего диплотатора. Но надо рисковать. Надо рисковать. Тупуксуара 22 уровня, конечно, размажет просто нас. Опа, опа. Да ну-ка нафиг, хорош. Что за фокусы такие? Что это за подарки? Так, выходит тиранозавр, естественно. Мощнявый. Будешь тратиться или нет? Две атаки тебе нужно как минимум сделать, парень. И он делает их. И он их делает с превеликим, причем удовольствием. Ну что, распрощаемся с тиранозавром, да? Раз, два и бонус. Пока. Ну, выходи, Тупуксуара. 544 к атаке, я смотрю, у тебя, да? То есть три атаки ты делаешь, и нам фиаско. Но он почему-то не стал рисковать по полной программе. Не знаю, с чем это связано. Наверное, связано это с тем, что он захотел просто погибнуть от руки птеродактиля. Вот и все. Да, друзья мои, мы прошли с вами это событие, несмотря на то, что был один проигрыш. Я считаю, что круто сыграли мы. Так, и теперь мы кого там получим? Какого-то
Ага. Тираннозавр, да? Вау. Это первый, ребята, тираннозавр мода 2 у меня. 650 очков доверия. Шикарно. Следующее событие. Оно называется «Без ограничений». Это динобаксы. Ну, по-моему, тут уже, ребята, делать мне нечего, да. Все мои динозавры суперские, которые я бы мог здесь использовать, они под катом. Ну что, давай ежедневки тогда сделаем. Схватка чемпионов. Ну, я уже говорил, да? Тут нужны нам рептилии. Причем очень много. Это как минимум, наверное, 3 или 4. Ух ты. Благодарим за терпение. О, еще 1000 очков доверия нам подкинули, прикинь. Вот так вот. Значит, что я хотел сделать? Так, заберем здесь награды. Так, ежедневочки. Так, ускорение. Одно надо сделать. Опачки, у нас здесь ничего нету. И здесь ничего нету. Ну давай хотя бы так сделаем. Бонитозавр. Пускай стоит тут. Забираем. Так, ПВП и 3 животными разными. Это я понял. Что я хотел сделать? Давай какого-нибудь гибридика с тобой поставим уже на прокачку. Так, у нас там... Это не то. Почему это у нас он первого уровня? Эй! Ну-ка, можем еще? 4600. Вполне, ребят, вполне. Давайте брать нондогазавра, он нам пригодится. Я еще раз говорю, рептилии нам нужны. А тем более есть такая возможность. По дешевке, так сказать. Активировать. Пускай он у нас с тобой выводится. Вот сюда кого нам влепить? На модификацию. Кто-нибудь хочет тут из нас? Пахицефалозавр. А вот ты? Тирана-титан. Ты с кем у нас гибридом делаешься? Суперзавр. А суперзавр у меня... Твою налево. Да вы что, серьезно что ли? 27. Эй. Да, такое, знаешь, дорогущее удовольствие это, если честно. А больше никто не хочет, да? Кеца, ты как у нас? Кеца с кем у нас? А, с птеранодоном, которого, блин, у нас нету, к сожалению. Все, и больше желающих нету? Так, что? А, это Эдиоморфодон. Эх, птеранодончик. Слушай, а я же могу... Их тестега, сколько она стоит? Она дофига, по-моему, да, у нас стоит, если выводить ее. Метриоринг, он тоже, по-моему, да, недешево стоит. Во, вот что мы с тобой сделали. Нифига он гибридом может стать. А у нас... О, смотри-ка, если мы с тобой сделаем из него 40 уровня, то мы сможем сделать потом вот такого, ребята. Моностеготопс. Слушай, а что мы раньше с тобой такое не делали? Давай. Пускай делается эволюция. Сколько это стоит на него ДНК? Где он сам вообще по себе-то? Твою налево потерял его, блин, из вида, ладно. Кот, ты запарил уже. Я его потерял. Пастозух, который тоже давным-давно плачет на гибриды. Сегнозавр. Это животное в данный момент недоступно. Пожалуйста, попробуйте позже. Почему он недоступно? Так, здесь прокачаем. Будут у нас 20 уровня, а? Окей. Стегозавр тоже бы не отказался, да? Прокачаться. Ну, естественно, не будем его выводить в гибрид, потому что он уже у нас есть. Так, сейчас посмотрим. Гибриды, вот.
Сколько он стоит, чтобы его, например, выводить? Блин, да что такой-то дорогой-то? 8, почти 9 тысяч. Я-то думал, сейчас мы с тобой чпок-чпок и все, ага. Чпок-чпок. Не тут-то было. Ладно. Копить, конечно, нам придется очень долго. Так, секундочку, что мы с тобой дальше? Мы что-то забыли, что нам нужно делать. Все, вспомнил. Идти на ПВП и отыгрывать вот этих вот ребятулек. Поехали. Ой, посмотрим, что нам тут достанется. Да кто бы сомневался, ё-моё, что этот гибридус тут выпадет нам. Пещерник фигов, ладно, разберемся. Сумчатый лев, ага. Да он еще и первый ходит, зашибись. Ну что ты там думаешь, что сидит? Так, кто у нас там против льва? Ты? Че мне надо брать так защиту, ребят? Ну давай там что-нибудь делай, действия какие-то. Пропускает ход. А меняет. Ну ты серьезно? Что-то вообще не клеится, не шиша у меня. Давай так сделаем. Ой, все, 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 все. Проиграли мы, походу, дело здесь. Что-то мне этот сумчатый лев вообще из колеи выбил полностью. Ну и что ты прикажешь мне здесь сделать? Да. Короче, фейл. Это полный бред, ребят. Сумчатый лев. Бистокурус тут этот гибрид, скажем так. Но, тем не менее, мы отыграли. Хоть и проиграли. Задание выполнили. Давай уже. Хотя бы добьем одного, что ли, с тобой. Ну, влупи по полной программе ему. Хотя бы не с позором, да? У меня никаких сумчатых львов, ребят, не выпадало вообще. Но это тем более легендарная карта, как ни крути. Все, фейл. Че он там? Это он так погибает, да? Клонится. Да, не очень хорошее завершение серии. Ну, а что поделать? Нам нужно принять... 3 ПВП сражения. Ага, друзья мои. Ставочки повысились. Водные с модами. Фигня полная, да? С модами водные. Давай вот этот попробуем. Еще не легче, да? Эй. Хотя, подожди, если мы с тобой возьмем... Раз, два. Ну вот так вот, чисто на шару. Ой, подожди. Так, и моды. Это какие тут взять? Давай возьмем вот это вот. Вот это. И вот это. Поехали. Хотелось бы сейчас глянуть, кого против нас влепят сейчас. Твою дивизию. Одних хищников наклепали мне. Так, устрашение, да?
Так, он общую слабость делает. Несокрушимость. Все? Блин, 400 к атаке. Давай поменяем, наверное, на тираннозавра. Ага, это никаким образом не помогает. Ну, блин, ребят, у него гибриды. Что я могу сделать? Причем хищники. У меня вот летающие гибриды, а у него хищники. Вырубает, короче, меня. Надо было, блин, ставить все-таки на бонус дополнительный, да? И все. А что такое вмешательство? Я не понял. Почему он не срабатывает? Отключает мод. Я что-то не заметил, чтобы он отключил мод. Интересно. Да. Это трындец какой-то. 316. Ну что, ему достаточно 3 атаки, ребята, приписать по мне, да? А, он не пробьет. Ну, он ходить, наверное, не будет. Это же компьютер, он же знает, что у меня стоит. И видишь? Видишь, о чем я тебе говорил? Зато сейчас влупит по полной. Ну, понятно все, короче. Все понятно, ребят. Сейчас будет тратить все 7 атак. И хочешь сказать, что это не подсуживание? Чистой воды подсуживание, ребят. Арена несправедливая. Ты не побоялся, взял именно вот бонусные очки. И ведь знал же, да, что я не буду атаковать. Понятно. Но мне в любом случае нужно еще сделать одну битву. Как, блин, не крути. Поехали. Скафагнат, Метриакантозавр и Карнераптор. Чего? Блин, любое животное надо. А у меня животных-то нету. Ну ладно, хорошо, давай посмотрим, может быть здесь где-то затесался кто-нибудь из животных. Ну вот носорог, например. А, моды же, ё-моё. Моды, про моды забыл. Так, давай, инстинкт убийцы. Пронзающий укус и общая слабость. Уже от балды, ребят. Натыкал. Потому что в любом случае здесь. Хотя тут, я не знаю, ребят, может быть даже выиграем. Хотя у него первый травоядник идет, да, у меня лету. Все как всегда. Несокрушимость какая-то. Еще тут делает себе всяких бонусов целую кучу. А мои-то моды где? А мои моды не надо активировать, да? Ясно. Так, ну что, я беру вот этого. Общая слабость. И мод. Ой, мод. Бонусный балл. Мод. Поменял на Унтетере. Думает, что ты ему поможешь, или не поймал. А, ну только что если в плане здоровья, да, ты очень такой мощный, так скажем. 306. Ну, предлагаю бомбануть. Но пробить-то все равно пробьем же, да? Конечно. Вообще ничтожно мало пробили. Но он будет меняться сейчас, скорее всего. Только не говорит, что еще сейчас две атаки влепишь. Да. Так, прощай, засранец. Да ладно, блин. Как это можно назвать? 4. Неужели сейчас влупит по полной, а?
меняет. Зачем он это делает, не знаю, ребят. А, ну опять же, из-за защиты, да? То есть из-за общего количества здоровья. Вырубим же, да? Так, стегозавр выходит. У него, друзья мои, травоядники против скафагната. Это самое то. Да, я даже не знаю, что мы тут с тобой сделаем. Раз, два, три. Раз, раз, так что ли? Понятно. Еще и не добили. Ну и все, походу, доигрались мы. Я такого давно не помню, чтобы все вот эти вот бои мы проигрывали. Ну, потому что некем играть. Элементарно, ребята, все мои топовые динозавры отыграли свое. А здесь мне пришлось, чтобы вы сделали ежедневку. Вот и все. То есть играл, чем смог. Но хавчик, ДНК, баксы и опять же ДНК. То есть, ну, выпадает то, что нам нужно. И 95 очков доверий. Итого почти 4000 очков доверия. Это хорошо, это радует. Так, здесь у нас... Может, кого-то еще поставить на выводку? Во! Такого у нас нету. 3 дня, ребята, будет выводиться. А еще есть что-нибудь такое? Да, наверное, и все. Карнотавр мне нужен, ребят. Ну, как сам по себе карнотавр. Потому что мы всех... Как тебе сказать? Мы всех сделали в гибрид, и карнотавра у меня самого по себе нету. Видишь, ячейки свободные. Ну вот и все. Так что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.